Я хотел побыстрее сесть в машину и уехать. Мои друзья расспрашивали меня, куда я еду, зачем. Не за тем или для нового фильма. А мне не хотелось говорить. Смешно было признаваться. Да и не в чем, собственно, было признаться. Разве я мог ответить? Зачем я еду туда через 20 лет? И я поехал. Туда, где меня, наверное, давно забыли. Что значит какие-то 2 недели в том далеком 42-м году? Ничего. Я тоже думал, что ничего, пока вдруг не понял, что это не так. Поздно понял. Она, должно быть, постарела. Да и там ли она сейчас? А если и там? Ведь 20 лет прошло. Странно, что мы, оглядываясь назад, совершаем иногда почти детские поступки. А может, это и хорошо? Кто знает? Что, в Москву? Что? В Москву, спрашиваю, едете-то? Нет. А куда ж тогда? Ближе. Ой, да вы курите, курите. Курите. Мне так хоть мужем пахнет. И куда же вы все-таки едете-то? Вы не знаете. Но все-таки. Под Вознесение. А чего ж не знать-то?
Очень даже хорошо знаю. У меня муж из тех мест. А Ручьевку не знаете? Что? Ручьевку не знаете? Нет, не слыхала. И кем же вы работаете? В кино работаю. Артистом? Нет. А кем же тогда? Кинорежиссером. Это, к примеру, как же понимать? Фильмы снимаю. Много вам платят? Что? Много платят-то? По-разному. Ну, вы, к примеру, сколько берете? Беру. 200 рублей. Это что, день? Нет, месяц. А, месяц. Ну, что ж. А мой вот бригадиром грузчиков работает. Так иногда за 250 в месяц принесет. Какие же вы картины-то снимали? Вы не видели. Почему? Мы, почитай, каждый день телевизор смотрим. А моя еще не шла, осенью будет. А что ж, она у вас одна, другой нету. А вы вроде пожилой. Вон седых волос-то сколько? Какого года-то? 21-го. Зачем вы в эту, как Юрчевку-то едете? Дела. Тайна. Вы едете, чтобы жизнь изучать. Вам положено. В газетах пишут, если писатель или который, вот как вы, в кино работает, обязан жизнь изучать. А чтобы не отрываться от носа, а как же?
вас тут можно курить? У вас постельного белья нет? Вы знаете, в окопах не выдают постельное белье. Красиво. Откуда это у вас? От бабушки. Можно у вас закурить? Курите? У нас здесь проходной двор. Скажите, вы в госпитале работаете? С чего взяли? Вы как-то так красиво все вот это делаете. Хозяйка строгая была, быстрота и требовала. А вы из Ленинграда? Я в работницах там жила. А вы откуда? Я тоже из Ленинграда. Я на Васильевском жил. А вы где? На мойке. Никто не приглашает. Пойдем, Милоточка. Нечего брезговать нашей компании. Никто не брезгает. Наша нежность, наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. А что это лейтенант не танцует? У него нога болит, на мину наступил. А что ты меня не ведешь? Квелый какой-то. Меня Лидой зовут, и хорошая девочка. Давай пожмем. А елочкой можешь? Как? Елочкой. А черт его знает. Может, он... Идем. Возьмем друг другу руки и вдоль. Ты не хочешь со мной танцевать? Почему? Иди Марусю пригласи. Жениха боюсь. А чего боится Федька-то? Ну, он уходит вольному воле. Он нравится, Маруся? Слушай, Медочка, иди к Марусе и сам спроси. Ну, иди, иди. Да? Разрешите? Лейтенант Климов прибыл по вашим приказаниям.
Гены любите? Так точно, товарищ батальонный комиссар. Так точно. Редкая книжка, первое издание, наследство вашего предшественника. На досуге посмотрите. Присаживайтесь. Знаете, голубчик, зачем я вас вызвал? Срочно нужно перевести несколько писем немецких военнопленных. А я думал, наступление началось. Мы на войне, товарищ Климов. Мы в деревне Ручьевка, товарищ батальонный комиссар. Я вижу, вам очень хочется на передовую. Так точно. Но вы останетесь здесь. И нам надо найти общий язык. Чем скорее, тем лучше. И не надейтесь, что я вспылю и отошлю вас назад в резерв, откуда вы просочитесь на передовую. Ничего не выйдет. Со мной не надо играть в войну. Вам надо держать напряжение в вашу команду, чтобы она окончательно не разложилась. Меня не дергайте. Простите, при выходе из госпиталя вас невропатолог осматривал? Осматривал. Вероятно, он рекомендовал вам не нервничать. Я к нему присоединяюсь. Присядьте, посмотрите несколько писем. Из них надо перевести места, характеризующие настроение немецких солдат. И все, что связано с Ленинградом. Когда мы вызывали вас из резерва, вы, вероятно, рассчитывали не на это? Тыл врага. Рассматривайте службу у нас как перекур. Разрешите, я у себя переведу. Вы свободны. Слушаюсь. Минутку. Покорнейшая просьба. Когда мы вдвоем, можете обходиться без воинской субординации. Я человек штатский. Историк. Я тоже когда-то был студентом киноинститута. Спасибо. Sommernacht, fantastisch zwecklos ist mein Lied, ja, zwecklos, wie der Liebe, wie das Leben, wie der Schöpfer samt der Schöpfung. 847 году издана эта книга. От
Ты знаешь, как это по-русски звучит? Летние ночи, сон, бесцельная песнь моя и фантастична, как любовь, как жизнь бесцельна, как творение и творец. Прекрасные стихи, правда? Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Маруся, жальтесь надо мною, не смею требовать любви, быть может, за грехи мои. Мой ангел, я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ох, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Ты была в Ленинграде под бомбежкой? Да. Только не надо об этом. Идите. Иду. Иди. Иду. Ну да. Я вас люблю. Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный. И в этой глупости несчастной ваших ног я признаюсь. Градец? Да. Табачку земляк не найдется. Сейчас принесу.
Сочтемся после войны. Навсегда уехал. И не заменишь никем. Не заменишь. Это же она для своих табак собирает. Просто забывай, что они погибли. А как вспомнить назад, раздает. Только потом не знает, у кого чего брала. Про вас она тоже забудет. Встретимся после войны в моем Ленинграде. Кирочная, 17, квартира 34. У нас очень хороший рояль. Тогда я сыграю. Мы будем танцевать и пить вино. Очень сухое шампанское. Я приглашаю всех присутствующих. Возьмите, лейтенант, я вас одолжился. Здравия желаю. Хозяева отсутствует? Старая хозяйка дома. А молодая на работе. Убываю я в расположении своей боевой части. Вот попрощаться пришел. Что? Убываю, говорю я. Попрощаться пришел. Так дома-то никого нет. Хотел бы вас попросить, если не трудно, конечно. В смысле привета. Конечно, передам. Счастливо оставаться. Я тоже ухожу, Федя.
вы это вернете. Алёш, ты сам или тебя отсылают? Сам. А нужно ли, Лёшенька? Неужто отдохнуть еще нельзя? Помнишь, я тебе тогда говорил, что я ничего не боялся? Конечно, помню. Теперь боюсь. Эх, Лёша, видно, время такое наступило. Все куда-то уходят. И ты, и мы с Асей. Даже Федор куда-то подался. Видно, что-то начинается. Алёш, ты что так далеко от меня? Будь моей женой, я тебя очень прошу. Ну и считай меня своей женой. Что тебе еще надо? А у тебя вообще в жизни была любовь? Сколько тебе тогда было лет? Почти 18. Он же был очень хороший человек. Правда. Слышишь? Он просто такой какой-то невезучий. Ну, так и случилось. Алёш, тебе что, неприятно? Thank you.
Рано вставать, до вечера еще далеко. А я тут опять появлюсь. Курсируешь? Да, совсем загоняли. Марусь, выходи за меня замуж. Алешенька. А почему ты свои награды не носишь? Зачем людей дразнить? А ты хорошим лейтенантом был? Хорошо воевал? Нет, я плохим был лейтенантом. Я никого не жалел. Про меня даже один человек сказал, что я как мертвый. Я не думал, что я вернусь живым с войны. У меня никого нет, Марусь. Выходи за меня замуж. Я бы вышла за тебя, Лёш. Да ведь война. Ну и черт с ней. Не надо так говорить, это страшно. Понимаешь, сейчас от этого очень многое зависит. И жизнь, и смерть. Ты не спеши отвечать. Я тут буду, ты мне тогда ответишь, ладно? Три. Дорого. Этот подороже. Ась, какой же я тебе молодой человек. Я же старше тебя. Не припомню я тебя. 42-й год. Помнишь? Танцы. Лейтенант. Климов, здравствуй, Ася. Здравствуй. Молодой ты больно. Маруся-то жива? Жива. Что ей поделать-то? Здесь живет. Вот как переправишься на пароме. Дорогу-то помнишь? Там же, да? Все там. Ну, ладно. Спасибо, Ась. Куда ж ты? Алексей Сергеевич, какими судьбами? Вот приехал. Какими судьбами? Приехал. Господи, Лёш приехал. Вы по делу здесь, командировки или как? К вам приехал. Как это понять, к нам? В лесхоз или ко всей местности? К тебе приехал. Веселый. Раньше вы таким не были. Вас тут грустным лейтенантом звали. Странно. Я вас и полюбил-то за грусть. Правда. Вас каким ветром сюда занесло?
На тебя приехал посмотреть. Да будет вам. Сколько лет прошло. Небось, и не узнали бы, как бы в толпе встретили. Такой уж, верно, вы не влюбились бы. Я сейчас тебя люблю. Я еще 6 лет в Берлине служил после войны. По Средней Азии помотался, на Востоке был, так что кое-что повидал. Муж у меня, сын большой. А вы как? А у меня никого. Как так? Разве можно? Выходит, что можно. С детьми полная жизнь, живешь хорошо с сердцем. Бабьего счастья нет. В памяти есть такой уголок, в который никто не заглянет. А у других и того нет, а живут. Ты мужа любишь? Ну уж, как так можно жить с человеком и вовсе не любить? Конечно, люблю, уважаю. Врать не хочу. Чего к тебе было, к нему нет. В жизни я ни на кого другого не взглянула. В этом мне упрекнуть нельзя. Нет. Не люблю я его. Разве можно дважды любить? Алексей Сергеевич Климов. Понятное дело. Здравствуйте. Здравия желаю. Так и высидел, да? Я почему-то знал, что я вот вас встречу. Я тоже. Здравствуйте.
Федя, давай-ка быстро к Клаве в магазин, а если ее нет, так домой. Ты все-таки приехал. Мне надо было увидеть тебя. Ну вот ты видишь. Дальше что? Эх, Леша, я тебе не судья. А судила бы, так все равно оправдала бы. Стань моей женой. Тогда ничего не надо. Я так не хочу. Не дай бог еще дойдет до твоего мужа. Я не могу так. А он знает, что я к тебе пошла. А зачем ты это сказала? Зачем же мне из него дурака-то делать? Сколько лет прожили? Пусть он для себя сам решает теперь, как ему дальше жить. Принять меня назад или бросить? Не понимаю. Ну, уже знаешь, ты за него без души пошла. Что я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я все эти годы любил тебя. Ты хочешь, ну, для него вроде бы как облегчение, что ты наконец пришел. Он знал, что или ты объявишься, или я сама тебя искать пойду. Какое что-то облегчение? Налетела, закружила, отлетела. Значит, ты со мной не поедешь? Почему? Раньше надо было, Леша. Неужто сам не понимаешь? Здесь все мое. Эх, Леша, снова ты от меня отказался. Ну что ж ты молчишь-то? Разве я знаю, что было бы? Как же так происходит? Я баба замужняя. Все готово. А ты мужик свободный. Задатка требуешь. Нет, не ушла бы я с тобой, не ушла, можешь не казниться. А Бог меня знает. А вдруг бы и ушла?
назад! Сединовые мои, сединовые, кленовые, ровчатые! Давай, Лёшенька, ну!
Я перед тобой ни в чем не виноват. У нас ничего не было. Чего было, чего не было, не вам судить. Может быть, ты все-таки пойдешь домой? Вот на паром посажу. Так-то оно вернее будет. Thank you.